Так, ребята, всем привет, с вами Алексей, вы на канале 53-й регион. Сегодня у нас снова пакетик небольшой на распаковке. Там находятся аккумуляторы формата 2. Посылка была заказана 30 сентября с eBay. Она, в общем, опоздала. Я забрал деньги, и в итоге, после как забрал деньги, буквально через 4 дня пришла посылка. В общем, получается, халявные аккумуляторы. Вот такие вот аккумуляторы. 8 штук. Стоимость аккумуляторов на момент заказа 379 рублей. Здесь у нас вот такая вот попрошаечка с календариком. И вот, собственно, сами аккумуляторы. Никель-кадмий, 700 мАч, 1,2 вольта, Hyper называется. В общем, вот такие вот 4 упаковочки по 2 батареечки. Сейчас, как обычно, протестируем на фонарике. Вот у меня есть фонарик, который работает на одной пальчиковой батарейке. Вставляем аккумулятор. Да, работает. Светит даже лучше, чем на батарейке, вроде как. Аккумуляторы рабочие, емкость проверять не на чем. В общем-то. Но я думаю, емкость указана верная. 700 мАч. Так что, такие вот аккумуляторы. Ссылочку, как обычно, оставлю в описании. Покупал на eBay. Шли они почтой. Вот тут написано Будапешт. Но опоздали. В общем, халявные аккумуляторы. Лишними не бывают. Деньги вернули без всяких проблем, только открыл спор. Не хотел возвращать деньги, хотел аккумуляторы, чтобы выслали повторно, но без всяких вопросов вернули деньги. Собственно, вот такая вот посылочка. Кого заинтересовало, переходите, смотрите. С вами был Алексей. До новых встреч!